встречи ветеранов. Да ничего, ничего. Куда они убежали все? Как директору. Директору, да? Наверное, Анна Николаевна вышла, она их всех заняла. А, ну да, вот, да. Наверное, вижу. Руками машут, да. Все. Внука проведаю хоть. Куда он? Давай. Как он? Как раз. Значит, смотри, что. Вот, так, это грамотно, так? И вот эти вот подарки, смотри, это вот, вот эти самые, да? Это от администрации, которые, так сказать, вот эти. Да? Сейчас, смотрите, дальше. Так, вот эти подарки, значит, смотрите, мы сейчас начинаем. Сейчас здесь все присутствует. Так, что делать вам? Вам сейчас мы перепишем здесь, кто присутствует. Так, значит, смотри, футбольный мяч. Футбольный мяч. Так, Рахманов не приехал, да? Где? У меня проблемочка в каком плане? У нас нельзя оставить машины на территории школы. Мы сейчас находимся под большой проверкой. Сейчас комитет общепрофессионального образования ездит по школам, поэтому я очень попрошу либо за школу поставить, либо за территорию. Все присядьте, чтобы все были нормально, так сказать, все приглашенные, все, пожалуйста. Старшие группы, которые были. Старшие, сейчас все, судьи, сейчас все. Сергей Иванович, прошу вас. Объявить, кто на каком этапе. Сейчас приглашенных проверяем. За исключением Букина. Букин трех и четырех везет. Как всегда, с опозданием от них и так далее. У него канат. У него художественная самодеятельность. А? У него канат. И художественная самодеятельность. Художественная самодеятельность. Букин кто еще у нас был? Или кто? Нет, я вас не ушел. Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич, Михаил Иванович, принимаете зачет. Да. Стоп. Уже переходит по планку как-то Сергей Иванович. Да. Я сейчас скажу, и да. Теперь вы будете называть, кто старший по этапу, хорошо? Чтобы здесь все были. Давайте. Так. Товарищи приглашенные, смотрим. Киселев Николай Григорьевич. О, ну, не приглашенный.
приехали. Ты молодец. Ты уже слушай, такой человек же, и когда говоришь, перед тобой сидит, ты уже не видишь. Подождите, так, первый раз. Стенкин Николай Егорович. Стенкин, правильно фамилию зашел? Так. Майор Брянцев Кирилл Сергеевич, да? Так. Где Сергей Николаевич? Иди сюда. Сергей Николаевич, ты вот видишь? Пишет майор, часть, они всех пишут по имени, правильно? Да, заказчик, ты смотришь фамилию, потом смотри. Хорошо. Так, Брянцев Кирилл Сергеевич. Так, сейчас. Вы у нас представляете что? Ты что, зря? Ну, советуйте. Нет, Петька потом будет. Так. Хорошо. Юрий Павлович, Аркадий Сергеевич. Так, здесь вы. Вы вместо этого, да? Аркадцев, так, да? Вместо Бабинки, все понятно. Так. Романовский, кто не писал? Вот Романовский. Я никто не писал, я в списке. Кто писал? Дайте, пожалуйста. Романовский. Я думал, ты и Романовский. Да, Роман Сергеевич. Нет, он здесь Владимир, уже... Владимир, там все пьесы. Владимир, а я как? Аргивон. Тоже рядом. Так, кого забыл, кого же честный? Остальные есть все, которые старшие группы когда. Мы проводим мероприятие под эгидой столетия комсомола. Сергеевич у нас первый секретарь горкома комсомола был, вот, и начальник штаба районного. От районной сегодня организации, я вам докладываю, что приехали 100%, и, значит, Гончаров в отпуске, Канцерев, отбили 100% в этом самом, Ансай и Захаров находятся где они на стрельбе, в Луге. В Луге. То есть вот, значит, штаб то, чтобы вот эти, они говорят, вот этот, я говорю, ну не надо туда никому. Они сделали подарки, и они сделали грамоты. Грамоты будет вручать Владимир Сергеевич. Почему? Потому что он представитель губернатора, вашу должность как там, правильно? Член Совета Старейшин при губернаторе Ленинградской области. Так что он будет сегодня вручать вот это сам, подведение итогов, то есть и грамоты, и все. Сергей, это уже я. Да. Значит, остальные, дорогие. Значит, здесь мы сегодня, так когда проводим вот это сейчас после торжественной части, значит, мы посмотрим вот эту, которая там часть идет, потом вы, чтобы часть, значит, идет, у нас будет проходить следующий Сергей Львович. Ну, вы тут уже подумали. Самое основное, главное. Я советую ветеран от совета МВД нашего. Общественного совета МВД. Значит, вкратце. Значит, 5 рабочих мест. Это стрельба. Значит, он там поможет сегодня. Значит, разборка, сборка оружия. В чем будет заключаться разборка оружия? Все стоят втроем. 10 человек. Первый бежит, разбирает. Бежит обратно, добегает до строя. Вперед дает команду вперед. Второй бежит, собирает. Бежит обратно. Опять бежит, разбирает. То есть 5 раз туда-обратно. В конце концов, должно разобраться. Что бы ни касалось оружия, разброс был, ну это уже не первый день, вы же знаете. Так, по физподготовке. Значит, выполнение из положения лежа, что с лопатками касались мата. Вот, и здесь положение лежа, значит, вертикальное, это девочки. Мальчики подтягивали. Обязательно, чтобы выходили за перекладину на дороге. Что два упражнения. Значит, по строевой подготовке. Командует Алексей для всех. Сам командует, чтобы... Thank you.
участники слета по военно-прикладному мегаполю в честь столетия комсомола построили. Руководитель военно-патриотического клуба «Выпил» капитан Муравьев. Здравствуйте, участники слета! Сегодня мы проводим слет районного значения в честь столетия Белкосоюза, Союза Ленинского коммунистического района молодежи. Это по этапу уже у нас предпоследний слет, который будет уже в следующей дате за свет. Вот. Поэтому сегодня все мероприятия, которые спортивные подготовки, теоретические, физические и так далее, вы все получали положение. Главный судья я, Мурзин Валерий Александрович, председатель общественного совета Советского ОМВД. Поэтому все, благодаря администрации, присутствующих всех советов ветеранов, которые сегодня будут участвовать и в судействе, и приглашенные у нас, и герои соцтруда, и воины, вы видите, стоят, и советской армии, и военно-морского флота, и отдела внутренних дел. Поэтому пожелаю вам большого, так сказать, успеха в вашей, так сказать, уже после, я не говорил, уже службе, участия в соревнованиях. Комсомол — моя судьба. Так называется наш девиз, который, так сказать, вот мы сегодня под ним проводим. Значит, слово я хотел бы соответственно. У нас руководство, это самое, сегодня, так сказать, не присутствует. Почему? Потому что они, так сказать, заняты действительно. То есть просили передать тоже поздравления, поэтому здесь, ну, по уважительным причинам. Поэтому это самое. Сейчас, значит, я считаю, что уже тогда сейчас руководитель школы сейчас дадим. Анна, пожалуйста. Хозяин, это вы. Сейчас начнем уже открыть. Хозяин. Да, чтобы меня свидетели. Я очень рада приветствовать вас, дорогие участники, и вас, уважаемые гости, в стенах нашей Новолесинской школы. Мы считаем достойным того, чтобы на нашей территории проводился этот слет военно-патриотических отрядов Тосненского района Ленинградской области, посвященный столетию Ленинского комсомола. Я от всей души желаю вам успехов, удачи и, самое главное, дружеских отношений между вами. А вас, уважаемые гости, я благодарю, что вы нашли сегодня время поприсутствовать здесь, на этом состязании. И дальнейшего вам приятного судейства. Спасибо большое. Слет в честь столетия НКВМ прошу считать открытым. Thank you.
а также сегодня представитель губернатора Ленинградской области. Через 15 дней громко заходит. Да я хорошо слушаю. 29-го октября исполняется 100 лет со дня рождения Союзного рейса космического молодежи. Это огромная школа, через которую прошли тысячи и тысячи молодых людей, которые своими делами, своими подвигами прославили нашу Родину. Один из вопросов викторины, поэтому я не скажу сколько, но на знамени комсомола очень много орденов. И эти ордена наша Родина давала комсомолу цивилизации школы. 27 лет университетской камеры в Верховске. И все, что сейчас связано с великими стройками, с Сибири, Дальнего Востока, Байкала, Русского магистрали, тут и Сирии, комсомольские науки, это все дела комсомольцы. Сейчас, как никогда, я вчера был на выставке комсомол ответил «есть», потому что было такое, если партия сказала, комсомол ответил «есть». И это сейчас этому большое значение уделяется в нашем обществе. Завтра в Кремлевском дворце, участником этого совещания, будет проходить торжественное собрание, посвященное столетию комсомола. На нем будет высшее руководство страны. Это говорит о том внимании. Поэтому все здесь присутствующие товарищи с моей спиной, это все прошли школу комсомола. Именно комсомол дал путевку в жизнь и в армию, и в органы внутренних дел, и народное хозяйство, стали очень достойными людьми. Вот сегодня командующий у вас, секретарь комсомольской организации Висинского производства техники. Я поздравляю вас с этим наступающим праздником, потому что ваши родители, ваши дети, это самые близкие, дедушки, бабушки, они все прошли школу комсомола и пионеры. И я думаю, что то, что хорошее было, связано с комсомолом, с пионерами, сейчас подтверждается. С праздником вас, успехов вам, с комсомолом добро. Спасибо. Слово предоставляется. Спасибо большое, что вы здесь.
тобой все в чтобы вы знали, Николай Григорьевич получил знание Героя статического труда, будучи машинистом, есть такой дом Чеховка, рванивающий машины, который бывает тот, в тяжелых условиях, туманы, жара, дожди, болоты. Он пятилетний план выполнил за 20 года. За это был достоин подвижения. Пойдет, а мы потом пойдем по этим самым. Ладно? Ага, хорошо. Все, хорошо. Так. Хорошо. Кто у нас тут остался? Лучше нет. Смотрят соловей на рассвете. Дальше. Какая из улиц Туз? Носит ли вечнела? Улиц Туз? Носит ли вечнела? Ошибку, смотрите, какие-то ошибки в ситуации. Не постановка. Сохранить.